Наверное, одна из самых прекрасных вещей в мире – это детский смех. А еще прекраснее, когда ты можешь помочь вызвать улыбку на лице ребенка и принести ему радость. Уже не в первый раз активисты студенческого парламента Национального университета кораблестроения навещают маленьких воспитанников Рацадовского интерната. Целью поездки была благотворительная акция, в которой каждый желающий студент, преподаватель и сотрудник университета помог приобрести необходимые медикаменты для детей из детского дома. This is the mother waiting by the phone, praying for her son. Pictures of you.